Здравствуйте, подписчики моего канала, просто любители карт Оракула Затмений. Сегодня мы будем смотреть онлайн-расклад на тему «Вызов мужчины, все его тайные мысли, чувства, переживания, планы, намерения». Для того, чтобы этот расклад был максимально на вашу ситуацию, на ваши отношения, мысленно проходите по каналу между вами и партнером, который находится у вас в солнечном сплетении. Мысленно его дергаете, чтобы он вам написал и позвонил. А я пока открываю карты. Итак, ваш партнер, мы его вызываем на откровенный разговор. Смотрите. Партнер настроен на брак с семьей. Он сильный, мощный, надежный, имеет статус, имеет должность. Для него, как гром среди ясного неба, принеслась эта любовь, да, под названием кармическая, с которой ему сложно справиться, с которой он живет, мучается, не спит и не ест. Сейчас он находится в состоянии таком, что вы его бросили, да, то есть он не понимает, вы морочите ему голову, вы вернетесь или не вернетесь. То есть ему как-то грустненько, тяжко, одиноко, потому что он уже вас видит в качестве своей жены, а тут такая ситуация. Есть очень много препятствий, проблем в ваших отношениях. И я бы сказала, здесь дьявол играет свою интересную игру. Он не дает вам соединиться, устраивает всякие препятствия. А мужчина думает, не знает, что делать. У него в мыслях, что есть какой-то соперник. Он по дьяволу пытается вас провоцировать. Он пытается как-то вас дергать и вытащить на какой-то откровенный разговор. И постоянно об этом думает, да. То есть ему кажется, может, вы его приворожили, что он вообще не спит, не ест, не знает, как ему дальше жить. Очень много у него поездок, очень много у него командировок, очень много... Он находится в движении, занимается спортом. Здесь он очень скучает и вспоминает последнюю вашу ссору, скандал. Вы для него такой ангел-хранитель, ему снятся какие-то сны, которые он вам описывает в письмах, да, какие-то свои страхи и сомнения, то есть ему показывают сны, что вы его вторая половинка. И вы как бы еще ему освещаете дорогу в будущее. С завистью наблюдает за вами, что вы, в принципе, не скучаете, занимаетесь какими-то делами. Не понимает, выиграет он эту ситуацию, не выиграет он ситуацию. Он надеется, конечно, на развитие отношений, на счастье, на любовь, что вы вернетесь, что вы будете вместе, что вы всегда будете с ним. Он настроен на общение, на переписку, пытается проанализировать ситуацию, но при этом не забывает по дьяволу провоцировать. То есть он думает, как бы вас спровоцировать, чтобы вытащить, чтобы вы хотя бы поругались, поспорили, поссорились, но не молчали. Так, очень много разговоров на тему финансов. Финансов, то есть как бы ваше одиночество, это одиночество вдвоем, непонимание друг друга, это такая сложная судьбоносная ситуация, он знает, что вы его судьба, что вы умнее, старше, мудрее, что у вас есть определенный опыт, да, и он должен, как бы он хочет, чтобы вы понимали, что чем быстрее финансы поступят в его семью, тем быстрее вы будете вместе. То есть он пытается вот на эту тему вам что-то донести постоянно. Сейчас он не общается ни с какими другими девушками, закрыл всю эту тему. Сам себя ругает за это поведение. Понимает, что вы отстраняетесь именно по этой причине. Понимает, что попал в плен ваших чувств, эмоций, да, как бы, что вы на расстоянии, но при этом он влюбился, не знает, что с этой любовью делать. Может тайно употреблять алкоголь, думать, переживать или какие-то еще слабые такие, какие-то наркотические вещи, да, чтобы как-то отвлечься. Рассчитывает на
дачное решение вопроса, просто рассчитывает он на это, да, он. И в любом случае он будет проявлять свою нежность, красоту, ласку, заботу, внимание, будет рядом, будет пытаться вам писать. Разбили вы ему сердце, он с разбитым сердцем сидит, ждет. Ждет, когда вы вылезете, напишете. Хотел бы он, конечно, вас украсть к себе любимой, да, чтобы вы были вместе, потому что он понимает, что вы его вторая половинка. Так, к нему идут какие-то деньги, связанные с вашей свадьбой, потому что сейчас у него финансовые трудности, да, почему-то именно со свадьбой он получит какую-то большую сумму денег. Достаточно он жадный, я бы сказала, и до денег, и до того, чтобы вас не упустить. Поэтому ему приходится как-то подсыпать соль в ваши отношения, давить на ваши больные места, манипулировать. И при этом, знаете, показывать, что он такой добрый, пушистый, надежный. А вот вы такая, ай-яй-яй, плохая. Так, смотрите по карте правосудия. Высшие силы считают, что вы можете быть вместе счастливы. А сейчас его задача бояться вас потерять, переживать, думать об этом. И бесплодно манипулировать. То есть у него не получается вами манипулировать, и из-за этого у него страхи. Он думал, что он такой, знаете, царь очень приятно царь, что вы тут побежите за него замуж, что вы будете всю жизнь жить счастливо, да, а здесь получается холодность с вашей стороны, потому что вы сильная, мощная, да, и перекрыли ему к себе дорогу, и, в принципе, не даете ему возможности дергать вас за веревочки. Я бы сказала, вы освободились, закрылись и проявляете чувство эгоизма, ничего не делаете. То есть действуйте через бездействие, да, то есть игнор – это самое страшное оружие, как я всегда говорю. Так, что тут его еще мучает, такой ситуации, вот он у нас наконец-таки выпал. Ну, попал он в кандалы любви. Ему понятно и ясно, что вы подарок его судьбы, что вы женщина, ведьма с тонкой такой чувствительной организацией, что вы наблюдаете за ним, видите, слышите. Ему приходится проходить какую-то трансформацию. Он, знаете, он сидит в иллюзиях, что вы много работаете и очень заняты. Так, здесь как-то вы резко так оборвали ваши длительные отношения и ушли своим каким-то чередом, да, то есть своим ходом, то есть занялись какими-то своими делами, плюнули на него. Он сидит весь обиженный, как маленький ребенок, губы надул, хочет, чтобы его желание, скажем так, осуществилось, чтобы вы появились, начали о себе напоминать, злиться. Но при этом он сильный, мощный такой, знаете, который может позаботиться, он этого вам показывать, естественно, не будет. И как только вы появитесь, он сразу из пепла возникнет, как феникс, зацветет, потому что он видит, что вы яркая, неординарная, и слабых мужчин не воспринимаете. Так, надеется, что у вас небольшой выбор, да, то есть, что как бы выберете вы его, потому что все это по судьбе, вот, но при этом он очень сильно боится вас потерять. Давайте посмотрим, что же он все-таки сделает для ваших отношений. Ну, он не знает, если честно, что делать. Он находится в тупике. Он такой, знаете, как больной Карлсон, его спасет только вкусный большой торт. Он может только языком мести и больше ничего, да, к чему ведут вас высшие силы. Ну, вы-то проявляете такую тайную власть, вы хитрая, умная, продуманная, и наперед просчитываете перспективы этих отношений. Так, смотрите, в этих отношениях мужчина пока будет вести такой лицемерный образ жизни, не открывая своего истинного лица, потому что он все-таки надеется, что вы будете вместе, и вы будете в браке, да, то есть
эти отношения держатся на мужчине. То есть мужчина хочет этих отношений, поэтому он всегда проявляется. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.